У открытым акционерным товариством «Стяг Радимы» под «Азимое жито» выделена площадь у 1064 гектары. Как только зерня досягнула оптимальной вильготности, тут одразу приступили до его уборки. Уже опрацевано около 380 гектаров, намолочено 1064 тонны. Неглядячи на то, что сёлетнее подтопление дрын отбилось на урожайности у всех культур, «Азимое жито» у господарства тримает летошнюю планку. По урожайности в этом году «Азимая рожь» в среднем выходит 27,3 центнера за гектар. По сравнению с прошлым годом мы увеличили площадь посева «Азимой ржи» порядка на 400 гектар. Несмотря на погодные условия, культура в этом году показывает нормальный урожай. Сергею Іванчуку є з чим порівняти бігучий сезон. Гэта жніво для його 20-е по ліку. Вопытний механізатор упевнений, природні умови не перешкода для доброго настрою і, звісно, високих показчиков. Зараз у його каля 500 тонн агульного намолоту. В кабіні комфорт, кондиціонер, все для роботи. Обіди отлично, ми не жалуємося, водичку дають, два рази кормять нас, все вистачає. В цей сезон у нас йде поки добре. Засуха была, и морозочки свое дали трохи. Но не беды, выйдем к уровню прошлого года, может и больше. Комбайны працуют у весь светловый день. У господарцы полностью убрана зимая ячмень, рапс и пшеница. На 100% опрацеваны площади под овес и зернебобовые. После закончения уборки зимого жита тут приступить до зимого трицикали. В настоящее время все хозяйства области активно работают с уборкой озимых зерновых культур. Уже завершена уборка озимого ячменя. Сейчас, да, активно работают озимая тритикали, озимая рожь, озимая пшеница. Если говорить про озимую рожь, то на сегодняшний день из 56 тысяч гектар, которые у нас заняты под этой культурой, более 32 тысяч уже убрано. Усього по області намолочено каля 56 тисяч тонн озимого жита. У лідерах Жлобинський, Брагинський, Калинковичський і Житковицький райони. Топова урожайність культури на Мазырщині і у Речицькому районі. Олеся Зайцев, Владислава Супруновська, Василий Сіпсов, телерадіокомпанія «Гомель».